Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, перед началом видео хотел попросить вас про помощь. Проголосуйте, пожалуйста, чтобы деревья убрали. Сделать такое вот голосование в свободной группе, убирать деревья вдоль трассы. Проголосуйте за то, чтобы полностью убрали. Полностью убрать вот это, голосуйте. Второе. Я голосовать не могу, потому что у меня бан в свободной группе, но вы можете голосовать. Ссылочку я на голосование оставлю в описании. Но мне Тимоха скинул результат голосования на данный момент. Пацаны, вот, вот так это все выглядит. Но я за то, чтобы их полностью убрали, пацаны. Поэтому голосуйте, чтобы их полностью убрали. Я надеюсь на вас, потому что жутко просто лагает. Особенно возле Нашана. Я думаю, вы меня в этом плане поддержите. Повторюсь, все ссылки в описании. Голосуйте за то, чтобы их убрали. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл. Вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии Basin Holy Play. Первый сер. Мой ник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте делить мой ник при регистрации. Итак, друзья, сегодня я вам расскажу, что мы купили нового в особняк. Мы купили много новых машин и много плюшек новых. В итоге мы потратили примерно лямов, наверное, 10. Вчера мы закупались, короче, мы подняли Жоне 10 миллионов и потратили все на Фому. Итак, что мы купили первым делом? Мы купили шкаф, уже его зафулили, с Джонни мы его фулили, я вот дерево 600 привез. Металла 200, вот патроны у нас есть, у меня в патроны еще есть мурки, надо будет выложить их в шкаф. Как бы вот, мы купили сейф, сейф стоит, пацаны, 1 миллион, как бы, если что, сейф стоит реально 1 лям, это пиздец, но мы его все-таки купили. Вот, пацаны, все деньги, что у меня остались, просто мы все влаживаем в Фому, поэтому денег у меня вообще как бы нету, и это очень печально на самом деле, да. Вот у нас дом Фомы, если что. Особнячок. Так, вот у нас аптечку я купил. У вас полное здоровье. Аптечка стоила 300 тысяч, если что. Все, пацаны, делается для Фомы. И кто Фоме, пацаны, меняйте фамилию на Путбуль. Пожалуйста, вот, все меняйте фамилию на Путбуль, кто может. У нас уже там много Фоме, у кого фамилия Путбуль. Как бы, поэтому вы тоже меняйте фамилию на Путбуль. Вот, я Путбуль, Богдан Путбуль, там вот, и Путбулов, много, короче, есть людей. Вот, еще одна страница, давайте я вам сейчас покажу. Вот, еще Путбуль здесь есть. Ну, много Путбуль у нас, видите, и вы также меняйте на фамилию Путбуль, чтобы нас больше узнавали на сервере, чтобы как бы наша Фома и так в топе, чтобы ее больше узнавали. Я думаю, это будет круто. Вот, еще Путбуль есть, как бы, вот, еще... Еще. Короче, ну, кто меняет фамилии, пацаны, те красавчики просто, реально. Те просто красавчики. Здесь можем посмотреть информацию про особняк. Кто не знал, вот, надо будет оплатить на 30 дней, кстати, чтобы было. Особняк я закрываю постоянно, потому что сейчас добавляю ограбление. Ограбление в скором времени сниму, пацаны. Не переживайте, все это будет. Фоме у нас уже 152 человека, если что. Вот все деньги на балансе Фомы, особняка, короче. Вложите, пацаны, деньги, потому что реально Фома может слететь просто. И вместе с ним слетит дом. Поэтому обязательно тоже ложите деньги, кто может. Хоть там по 10 тысяч, хоть по 5 тысяч, но ложите, кто в Фоме. Потому что, ну, не хотелось бы, чтобы слетело. И я, и Джонни, мы не можем вдвоем тянуть Фому, поэтому вы тоже должны нам помогать. Как бы это тоже в ваших интересах, чтобы у нас были крутые машины... Все самое крутое, и чтобы мы ни в чем не нуждались, как бы. Это тоже должно быть в ваших интересах. Многие там писали, типа, мне в ВК, было бы круто там создать беседу в ВК для Фомы, Дискорд создать. Все это есть, пацаны, ссылки будут в описании, и в комментариях все будут ссылки, если что. На беседу, на Дискорд, все будет в описании. Также можете писать Богдану, он вас будет принимать. Ну, можете еще мне писать. Я тоже вас буду принимать. Как бы... Автопарк у нас полностью обновился. Мы закупили машин просто на 10 миллионов, пацаны. Вот крузак у нас есть. Как бы много тачек на самом деле здесь у нас есть. И я вам сейчас их покажу.
пишем F-меню, пацаны, и управление транспортом. Список всех машин. Давайте я М2 заспавню, чтобы вам показать. Ну, для меня это не М2, если что сейчас будет. Вот. Это у нас Феррари. 3,5 миллиона стоит... Ну, это вообще BMW М2, если что. Но для меня это а-ля Феррари. 3,5 миллиона стоило. Крузак стоил 2,5 миллиона. Купили также волчков. Произошел жесткий баг, пацаны. Мы вот вчера покупали машины ночью. Я это не записывал. Как, ну, мы машины покупали, они тупо черные были. А какие машины были до этого куплены, какие мы не продавали, они были нормальные. А вот остальные были все черные. Пришлось сначала менять другой цвет фомы, потом менять еще раз. В итоге 600 тысяч ушли никуда. Потом машины вчера стояли именно как нужно. Смотрите, здесь стояло 3 Мерседеса. Вот здесь стояло 2 Ланцера. Вот здесь стояло 2 Ланцера. А вот эти машины, вот Крузак и... BMW M2, ну вообще-то для Феррари, если что, у меня в модпаке, потому что у меня старый модпак. Они стояли вот здесь, как бы. И Лансер еще, как бы, есть. У нас два Лансера, короче, смотрите, вот полный список, сейчас вам покажу. Управление транспорта, список. Вот, у нас получается два Лансера, Кабаны 600, 3 четырки, BMW M2, Крузак, ну и в принципе все. Автопарк у нас примерно на лямов 12, сейчас я посчитаю даже. Насколько у нас миллионов, в принципе. Кабан, кстати, куплен за деньги Фомы. Ну, то есть, мы сложились с Фомой и купили кабан. А все остальные машины, это Крузак, там, Тринашки, Ланцеры, Волчки, это куплены за наши жены деньги. Так, управление транспортом, список машин. Давайте я заспавню кабана, если он, конечно, никто на нем не ездит. Используется в данный момент. Ну да, кто-то на нем ездит, короче. Так, QQ. Видос записываю. Видос записываю. Так, давайте я вам расскажу еще, что можно здесь у нас посмотреть. Фома у нас, кстати, на втором месте держится уже очень долго, как бы уже почти 2 недели. У нас Фома держится на втором месте, как бы. И это круто. Что-то Сири, правда, подлагивает. Вот, Family Kirill Game. Возможно, когда-то выйдем и на первое место, но пока что мы находимся на втором месте. И никуда от этого не деваемся. Мне не мешать или выказывать? Да, пока что не мешай. Я позже напишу. Просто я с мыслями хочу собраться, пацаны, вам все рассказать, как бы, поэтому... Вот такие вот делишки. Так, давайте посчитаем машины. Вот смотрите. BMW M2 стоит 3,5 миллиона. Крузак стоит 2,5 миллиона. Это уже получается... Так, 4-6 лямов получается, да? Да, это получается 6 миллионов. Потом, волчки стоят каждый по миллиону. 7-8 миллионов. Два лансера, это уже 10 миллионов. Потом кабан, это уже 11,5 миллионов. И 4-3. Ну, 2, на 12 миллионов у нас, пацаны, машины, короче, грубо говоря. Также у нас есть вертолет, вот. Видите, все дома выкупили, просто все дома выкупили, пацаны. Прям все дома выкупили на... Ну, для... Короче, вот, особняки все выкупили, пацаны. Просто все выкупили. Рядом с нами Хабибовы, нормальные пацаны, в принципе. Я рад, что они приехали, я их поздравил, когда они купили дом. Короче, да. Конечно, пацаны, автопарк у нас не пиздец какой охуенный, но согласитесь, уже лучше, намного лучше, чем был раньше. Раньше у нас было 2 Сиата, 2 Десятки, Запорожец, Лансер один самый дорогой был. Сейчас у нас уже автопарк на 12 миллионов. Я думаю, это достойно. Я волчки лично хотел, чтобы у нас были. Лансеры тоже, видите, у нас есть. Это довольно-таки круто. Вот это реально круто. Поэтому, пацаны... Обязательно поставьте лайк, и кто хочет на Фому, то все контакты будут в описании и в комментариях. Повторюсь, можете писать мне, либо можете вообще Джонни писать, в принципе. Сейчас Финн, как у нас в семье. Ну, Финн у нас, кстати, нормально держится, в принципе. Уже больше, чем 150 человек в Фоме. У Фриманов, по-моему, там где-то больше 200, чем человек в Фоме, если я не ошибаюсь. Ну, пофиг, в принципе, я не гонюсь за тем, чтобы прямо на первое место попасть в топе. Второго места и так это уже достойно, я думаю. Так, пусть чувак Крузак взял, ну, пусть берет, катается, в принципе, ничего страшного. Вот, два Лансера стоит, Тринашки. Я хочу еще фургон, кстати, купить за 800 тысяч для ограблений, специально для ограблений. Хочу купить
как бы фургон. Фургон, по-моему, есть у этой Фомы. Сейчас я вам покажу, если я его найду. Ва, да, вон он стоит, короче, это фургон. Вот такой вот фургон я тоже хочу купить нам Фому. Для ограбления, чтобы ездить Фомой и грабить там особняки, дома. Это чисто такую рубрику сделать, это вам такой спойлер небольшой. Вот так вот, короче, вот такой фургон хочу купить к нам Фому. Я думаю, это будет круто. 100-800 тысяч, пока что у меня денег таких нет, у меня всего 34, как бы, тысячи и все. Так, давайте напишем QQ. Как бы у меня всего 34 тысячи и больше нету. Поэтому, кто может, пацаны, ложите деньги в особняк. Точнее, в общак, через банк это можно делать. Если каждый хотя бы положит по 100 тысяч, пацаны, это уже будет... Вот если 10 человек положат по 10 тысяч, то... Ой, по 100 тысяч, это уже будет, получается, лям. Поэтому, пацаны, кто может, реально ложите деньги в особняк. В общак, блин, что-то я, пацаны, с этим общаком путаю. Хотя бы по 10 тысяч в день ложите, и это будет уже приятно, и вы поможете Фоме, как бы. Мы одна семья, мы должны помогать. Я то понимаю, что мы с Джонни, типа, помогаем, там, видите, сколько машин закупили. Вот, кстати, кабан приехал. Кингс Футбуль, видите, он ник поменял. Вот, кстати, кабан приехал, видите, все машины, короче, у нас есть. Пока что хватает. В будущем планирую купить грузовик, ну, а там уже посмотрим. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.